Приветствую вас, любители рыболовных приключений. На прошлой рыбалке я решил поэкспериментировать и снял с фидера свой монтаж инлайн, надел вот такую вот кормушку-пружину, глухая оснастка, и решил проверить, поймаю я на нее рыбу или нет. Признаюсь честно, таких обломных рыбалок давно у меня уже не было. Мало того, что я не поймал ни одной рыбы, так я не увидел даже ни одной поклевки. Решено было срочно выехать на этот залив и реабилитироваться, но в этот раз уже будет оснастка inline, проверенная, на которую я уже отлично полавливал рыбешек. Плюс подсказали мне отличный рецепт насадки, которую тоже надо потестировать и проверить, как она себя покажет на этом заливе. Приехал вечером на залив, но рыболовное место было занято. Пришлось подождать, пока оно освободится, но вечерняя рыбалка была уже упущена. Начались мои рыболовные приключения с ночной рыбалки, но ночью рыба напрочь отказывалась клевать. И только ближе к 5 утра я заметил, как мой фидер сигнализирует о поклевке. Ребята, первая поклевка без 15,5. Только что. Блин, что-то тянул. Тяну, друзья. Вот это да. Хорошенький лещ. Я не форсирую события. Палка. Да я и палку поднимаю. Опа, отлично завел. Блин, мне казался покрупнее, ну и так хороший, да? Нормально. Сейчас покажу. Благодарю, Амарыч, за помощь. Смотрите, друзья. Всю ночь просидели, ни одной поклевки. И вот на утро, наконец-то, взял. Фу. И то так нежненько взял. Смотрю, такой загибчик небольшой. Я тут же подсек. И вот результат. Ну что, рыболовные приключения. Утро начинается, погнали. Амарыч ждет поклевки, а у него, оказывается, достает крючка нету. Походу, обракушку где-то тиранул. Даю уже я подрезку с опарыша. Ну что-то ничего. А сейчас на точке, где мы ловим, как дельфин вот так. То ли это лещ был, не знаю, но сверху вот такой здоровый плотник. То ли это жерех. Жерех так не выворачивает. Ну черт его знает, ну что-то такое. Ну явно, что не щука, не карп. Возможно, лещ где-то поверху бродит. Красиво, конечно, рыбка показала себя. Ну что ж, пытаемся приземлить ее и ловить. О, Мар, еще поклевка. Ну как? Да мелочь. Мелочь. Ну вроде бы такой, как загибчик был. Вроде, да, и окунь так берет. От елы-палы. Такой шок опять, Омарыч. О. Ага. Загибает этот лещ. Ну, что-то пока леща не видать. Мы продолжаем кормить, бросать, кидать. Будем надеяться, что сейчас подойдет еще. Ребята, наконец-то поклевочка. Ходил и с поплавком ловил, и наконец-то что-то тяну на перловку. Перловка все-таки выручает укропная, опарыш вообще в игноре. Ух ты, ух ты. Хороший, да? Ох, как брыкается. Ай, нет, нехороший. Это мелкий, не кажется, что такие. Мелкие. Нормально таких мелких половить бы. Ох, как... Не, ну да. Ну где же он мелкий? Шикарный подлещ. Пришел. Фух, все-таки спасибо подписчикам. Говорят, попробуй перловку с укропом. Попробуй перловку с укропом. Я все думаю, да, наверное, лучше попробовать опарыша, мотыля. И вот все-таки сработало. Круто. Продолжаем. Ну что, надо перезакидываться 5 миллиметров своего. Вот такой вот красавчик пришел.
Сегодня у нас рыбалка, как поймать леща, когда не клюет. Кто бы мог подумать, вот сколько у нас людей на этой реке ловит, я вообще не слышал, чтобы кто-то надевал перловку. Кто-то говорит чисто опарыши, кто-то говорит опарыш с мотылем, но чтоб с перловкой — никого. Вот я поэкспериментировал, вчера в термос напхал зеленого укропа, перловки, и вроде бы два поймал. По сравнению с отчетами, что здесь вообще не клюет, то я, можно сказать, уже неплохо даже отловился. Перловка пролежала в пакете всю ночь, и запах укропа просто обалденный валит. Вот сколько ни делал перловку с укропом, засыпал сухим, запах не такой был. Вот именно свежим и в кипяток, в термос, но я покажу, как делать. Вообще обалденно. Вот так вот надеваем одну перловочку, чтобы крючок виднелся. И забрасываем. Надо будет попробовать сделать перловку еще с чем-нибудь. Вот знаю, что на плотву туда добавлял карри, по-моему. Шикарно себя показывало. Сейчас с укропом отлично тоже работает по лещу. Попробовать, может, с каким-то медом сделать. Хотя с медом, мне кажется, это больше такое что-то карповое, карасевое. Надо с какой-нибудь травой, может, с чабрецом. Точно продается в аптеке сушеный чабрец. Можно запарить перловку с чабрецом. Попробуем. Решил сменить точку. Думаю, уже время около 9. И рыба, мне кажется, ушла дальше к заливу. Поставил я вон туда фидер. Нашел дистанцию метров, наверное, 50 от берега. Попробуем там половить. Что-то тяну. Давай сюда. Уже пошел на леску. Есть крекин. Поменял точку, решил уйти поглубже и нашел там подлещика. Ё-моё, дроптель. Цепился. Вот такой вот красавец пришел. Продолжаем. Вот такая новая точка. Птички здесь на ветках. Пробовал вот там ловить на поплавок, но очень много травы, кувшинки там. Глубину, если делаешь сантиметров 50, сразу цепляешься. Решено было с поплавком пока подзавязать. Если бы там не было этой травы, можно было бы на поплавок нормально там какую-нибудь плотву подергать. Но здесь нашел вон там дальше точку. Глубина, правда, там небольшая, метра 4, наверное. И вот одного подлещика поймал. Отошли они от берега. Конечно, лучше было бы еще дальше. Вон там вдали, где лодка плавает. Вот там сейчас весь лещ стоит. Это, по-моему, клюнуло. Сейчас, секундочку. А, ух ты, какой красавец. Вот кракен есть. Хороший парниша. Хороший. Подматывай немножко еще, Игоря.
завел. Ну ты знаешь такой, да. Чувствуется в садке. О, блин. Вот это перловочка, вот это укропчик. Ну что ж. Я считаю, неплохой бонус. Уже все, почти собирались. Я уже в машину ходил, относил снасти. И Омарыч говорит, смотри, у тебя там загибает. Я считаю, красавец. Красавец. Ну что ж, ладно, давай еще минут 15 посидим, коль пошла такая пьянка. Ловим дальше. Смотри, какие руки. Только отсоединил его. Шикарный лещара. Видишь, как утро они подходят ближе к берегу. А как уже сейчас 9 утра, 9:30, они уходят на дальний кордон. Вот дубатят. Ну и на пасашок. Уже, блин, и подсаки сложили. Ё-моё! Ну да. Ну, это вот давай выводи так. Вроде бы небольшой, будем пытаться так его вытянуть. Эть! И вот это вот. Ай, блин. И вот это будет наш дембельский аккорд. Ну что ж, нормально. Все-таки считаю, если бы не эта перловка с укропом, результат был бы у меня никакой. А так, делал бутерброды, опарыш с перловкой, просто перловка. Перловка с мотылем. И все-таки хоть что-то да нашкрябал. Посмотрим, что нам сегодня укроп с перловкой принес. Вот таких вот рыбешек. Шикарные подлещики. Сейчас я их тут высыплю и вам покажу. Ух ты, как танцуют. Вот такой вот у меня сегодня улов. Вот такие красавчики пожаловали в количестве 5 штук. Ну что, друзья мои, вот такие вот красавцы сегодня пришли утром к нам на огонек попробовать нашу перловку с укропом. Спасибо огромное подписчикам, которые писали, попробуй перловку с укропом. Замечательно она сработала, сделала сегодняшнюю рыбалку. На заливе было много рыбаков, говорили, даже поклевки не видели, не то что рыбу поймать. Но мне перловка сегодня, конечно, очень помогла. Уверен я, что это ее заслуга. Добавлял я ее и в прикормку. Надевал на крючок, делал бутерброды. Перловка с опарышем, перловка с мотылем, просто перловка. Сработало, 5 рыбок споймал. Я считаю, когда без клевья, когда народ уезжает, не видевший поклевки, споймать 5 рыб, это дорогого стоит. Так что не перестаем экспериментировать, пробуем новые насадки. И есть у меня уже задумка, какую перловку сделать на следующую рыбалку. Так что, кто не подписан, подпишись, чтобы не пропустить это видео. Кому есть что сказать, пишите в комментариях. Кому понравилось видео, можете бахнуть лайк. Ну, всем остальным спасибо за просмотр и до скорых встреч. А вы в курсе, они будут очень и очень скоро. Пока-пока. Оставайтесь с нами. Ведь на канале «Рыболовные приключения» всегда клево. Пока.